73-й сезон театра имени Островского откроет спектаклем «Боинг-Боинг». Это французская комедия, рассказывающая о романе любвеобильного парижанина с тремя симпатичными стюардессами – немкой, француженкой и американкой. «Боинг-Боинг» – пьеса Марка Камалетти. Спектакль на сцене Димитровградского театра поставил режиссер Андрей Бориславский. Это такая комедия «Рекордсмен». Она входит в книгу рекордов по количеству постановок в мире. Есть даже фильм американский, Кёртис снимался, это 60-х годов фильм. Постановка одна из популярных во всем мире. Ее часто играют на мировых театральных сценах. Эта комедия в столице Британии шла ежедневно в течение 7 лет. «Боинг-Боинг» смотрела сама королева Елизавета II. В октябре спектакль увидит димитровградский зритель. Да вы будете меня домогаться! Домогаться у вас в моей машине? Это невозможно, у меня нет машины! Да пустите! Ладно, мы можем вызвать такси. Я скажу водителю, что мадмуазель нервничает. Любвеобильного парижанина и его друга играют Андрей Лазарев и Павел Митяйкин. А роли главных героинь стюардесс исполняют Наталья Константинова, Юлия Калиберда и Екатерина Шаповалова. Я немка, из Люфтганзы. Поэтому, хотелось бы, чтобы немка была где-то жесткая, где-то стервозная, где-то жестокая. Но нет. Оказалось, что моя героиня напротив. Очень романтичная, очень открытая, любящая своего любимого человека. Чем закончится эта история? Артисты и режиссер приглашают зрителей на премьеру. Открытие сезона состоится 10 октября. Юлия Лаптева, Виталий Немов. Наше время.